Ребят, доброе утро всем. У нас сегодня 6 утра, уже светло. Прохладненько так слегка, но дождичек идет. Фу, друзья мои, нет. Все-таки из прошлого видео запомните раз и навсегда. Никогда не бодяжьте слишком много приправ. Потому что я что-то набодяжил приправ столько, что аж плохо стало. Хотя, ну, конечно, вкусно, но небезопасно. По обстановке, ребятки, ночка выдалась тихой, спокойной, без бахов, как в соседних городах, так и в нашем. В сравнении, конечно, со вчерашним днем, когда летало все и везде, блин, и одни бахи были. А вот, ребят, одно из последствий бахов. Вот такая воронка сумасшедшая была. Он порасфигачивал окна. Но люди, он, несмотря на это, на пятом этаже люди живут. Короче, как-то так. Так, ну а нас вызвали на работу, машинки ремонтировать. Так что сегодня до 5 вечера буду занятый. Так что, если что, увидимся с вами, возможно, вечером. А возможно, и не увидимся. В общем, все время покажет. Ладно, друзья мои, давайте. Всем хорошего дня. Отличное настроение. Не падайте духом. Все будет хорошо. Я сам боюсь, если честно. Все, всем пока.